Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта Trantas News, и в этом выпуске расскажу вам о том, что эксперты научили выбирать машину по ее салону. Когда дело доходит до покупки нового авто, подробное изучение интерьера часто занимает не первое место в списке приоритетов. Однако специалисты советуют отнестись к этому гораздо серьезнее. Так, при выборе транспортного средства рекомендуется в первую очередь убедиться, что сиденье водителя является комфортным. Вдобавок вспомнить все слабые места кресла в старом автомобиле. Эксперты обращают внимание, что комфорт обязаны приносить как положение сидения, так и точки давления во время вождения авто. Вдобавок поддержка поясницы и легкое управление при помощи рулевого колеса или кнопок. Вместе с тем, современные автомобили предлагаются со множеством вариантов конфигурации сидений и багажного отделения. При приобретении транспортного средства специалисты советуют узнать о его вместительности, а также подумать о самых громоздких вещах, которые, возможно, будут перевозиться в салоне авто, сообщает профиль.ру. Если машина будет служить для целой семьи, рекомендуется при покупке взять с собой ребенка для выявления сильных и слабых сторон салона. По сообщению экспертов, важно понимание, насколько просто будет забираться детям на пассажирские места, открывать и закрывать двери. Кроме этого, можно ли активировать блокировку и отключить задние электрические стеклоподъемники. Также эксперты обращают внимание и на разъемы USB. К примеру, с их помощью можно обеспечить комфортную поездку и не переживать о разряженных смартфонах. Специалисты подчеркивают, что даже с помощью таких деталей, как подлокотники, держатели стаканов и большое пространство для ног, можно быть на шаг ближе к комфорту и удобству в вождении. У меня пока все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!